Stimați prieteni, felicitările mele tuturor cetățenilor satului Dorățca cu această zi importantă, măreață, 70 ani de la eliberarea de sub fascism. Sincere mulțumiri veteranilor care au depus eforturi pentru această zi, că să fie această zi, tuturor celor care au participat la cea mai critică luptă în secolul 20, războiul împotriva fascismului, care au rupt din mâinile vieții peste 26 de milioane de cetățeni numai a Uniunii Sovietice, mai mult de 30 de milioane din toată Europa, sincere mulțumiri și închinăciuni în fața acelor care ne-au adus victorii. Говорят, что память о человеке живет столько, сколько его помнит. Я думаю, что в ряду тех мероприятий, тех событий исторических, которые предоставляет нам календарь, навсегда, на веки веков будет продолжаться вписываться имя Победы. Победа над фашизмом. Победа над силами темными, над теми, которые хотели поработить весь мир. И этим самым мы продолжаем и память поколений, и связь этих поколений, потому что правду о той войне, правду о тех победителях, о тех именах героев надо сохранить и передавать из поколения в поколение. И самое главное еще, надо делать правильные уроки из того, что было, чтобы оно не могло повториться. Хотим мы того или не хотим, но мы видим, что творится на земле. Нет-нет, а где-то возникают конфликты военные, с потерей человеческих жизней, с нанесением больших ущербов для экономики, для людей, для тех стран, где проживают эти люди. Мы видим, как растет этот милитаризм, мы видим, как растет эта агрессия, мы видим то, как не воспринимается и не оценивается в полной мере итоги той великой победы, которой достигла советская власть в годы борьбы с фашизмом. Видим сегодня, здесь, у нас, в Молдове, к сожалению, игнорирование, пренебрежение и забытье. Хотят, чтобы все забыли. Поэтому я и говорю, что память должна жить вечно, передаваться из поколения в поколение. И от человека к человеку, и через книги, и через кинофильмы. Всеми доступными формами и методами. Очень благодарен тем людям, которые это помнят. Очень благодарен тем организациям, тем политическим деятелям, тем общественным деятелям, которые участвуют в этих процессах, которые не считают для себя зазорным принять участие и сказать добрые слова о ветеранах, добрые слова о тех, которые принесли нам победу, которые защитили нашу землю. Мы недовольны тем, что происходит сегодня в нашей Молдове. Мы не согласны с той политикой, мягко говоря, антинародной, если не сказать больше, которую проводит нынешняя власть. Ничего нельзя и забыть, потому что ничего не проходит мимо. Так или иначе, но у людей не могут вырвать память. У тех, которые их можно подкупить, тем, которым можно отдать какие-то власть, тем, которым можно отдать какие-то деньги, может быть, на какое-то время что-то вышибается из головы. Но навсегда невозможно у людей отнять правду. Рано или поздно эта правда приходит, рано или поздно эта правда возвращается, рано или поздно она становится известной другим. Я прошу родителей, бабушек, дедушек, преподавателей передавать эту память детям, помогать им освоить, что есть добро, что есть зло, потому что всегда, во все времена исторические, все равно рано или поздно добро побеждало зло. Но зло успевало нанести очень много бед, очень много жертв были уложены в землю для того, чтобы победила правда, чтобы победила истина.
И мы те, которые можем еще то-то сделать, обязаны это сделать. Обязаны найти возможность сделать еще больше для участников Великой Отечественной войны. 1860 человек осталось сегодня участников Великой Отечественной войны в Молдове. В 2001 году их было 56 тысяч. За то, что вы не подаетесь этим, так сказать, настроением забытия. Я благодарю вам за то, что вы помните. Я благодарю вам за то, что вы все вместе, сплоченные, едины и так далее. Только вместе мы можем подняться с колен, которые нас хотят поставить. Только вместе мы можем победить зло. Только вместе мы можем создавать, мы можем делать большие дела. Дай Бог, чтобы вы жили в полном здравии. Я прежде всего обращаюсь к ветеранам. Дай Бог, чтобы все жители села имели хорошие результаты, радости в жизни. И с праздником Победы вас. Спасибо.